Земснаряд набирает обороты. Как пылесос, он пробирается по дну реки, чтобы собрать ил. Александр, глубина какая? 3 метра. Принял. Это одна из самых крупных степных рек региона – Чилбаз. Такая чистка необходима для обновления речного дна. Это, кстати, выгодно скажется на флоре и фауне. И, конечно, улучшается пропускная способность потока воды, что поможет избежать разлива реки. После окончания нереста рыбы техника выйдет на воду во всех районах Кубани. А информация об уровне воды в реках стекается в этот центр. Вот такие датчики, которых больше 200 установили по всему краю. Также у нас снабжен метеооборудованием, то есть он регистрирует также каждые 10 количество опадающих осадков и остальные метеопараметры, которые нам необходимы для составления более качественного прогноза. Всю полученную информацию обрабатывают специалисты. Все данные выводят на главный экран. На случай ЧС отработан четкий алгоритм действия. В первую очередь это составляется экстренное предупреждение, рассылается по муниципальным образованиям. Как правило, его заблаговременность не менее 3 часов до наступления события. В это же время специалисты непрерывно мониторят информацию. Это в целом весь комплекс работ, который уже отработан, он отрабатывается ежегодно, как и на командно-штабных тренировках, так и на местном уровне, то есть по предупреждению эвакуации населения. Поэтому в целом мы имеем тот, скажем так, хороший запас времени для того, чтобы предупредить чрезвычайную ситуацию и сохранить людские жизни. Вопросы паводковой обстановки на юге страны обсуждает сегодня в Сочи. Совещание проводит заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев. Среди участников встречи полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Тему поднимают в преддверии сезона дождей на юге страны. Летом край сталкивается с подтоплениями в горных и предгорных районах, также на Черноморском побережье. Вице-премьер особо акцентировал внимание на системной работе по предупреждению, чтобы свести последствия стихии к минимуму. Росводоресурсам с субъектами следует провести в полном объеме запланированные превентивные мероприятия. В частности, это увеличение пропускной способности водных объектов, капремонт гидротехнических сооружений, строительство и реконструкция систем инженерной защиты. То же самое касается мер по предупреждению паводков. Я говорю про расчистки мостовых пространств и инспекции ливневых систем. Региональным комиссиям по ЧС необходимо держать данные вопросы на постоянном контроле. Ну и в свою очередь МЧС и органы власти субъектов должны обеспечить полную работоспособность систем оперативного информирования населения. Я на этом делаю особый акцент. Системы должны работать без сбоев. На Кубани больше 30 тысяч рек и водотоков. Большинство из них пролегают вблизи населенных пунктов, поэтому предупреждению разливов уделяют особое внимание. Вениамин Кондратьев рассказывает, как налажена эта работа в регионе и как эту систему совершенствуют. Ситуация стабильная в крае и максимально контролируемая. В крае развернута система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. За счет краевого бюджета мы установили 217 датчиков автоматического контроля воды на всех реках. И до конца года установим еще плюс 94 датчика автоматического контроля воды. Но мы готовы к возможным залповым осадкам. Вот благодаря, опять-таки, и решениям министра ГОЧС мы провели тренировочные мероприятия. Тренировочные мероприятия показали, что система работает слаженно. Что же касается расчистки русел и рек, в этом году региону из федерального бюджета выделили 65 миллионов рублей для работ на 9 километрах русел и рек. Также край со своей стороны предусмотрел в бюджете 500 000 000 на закупку техники. В целом фронт работ предстоит обширный. Региону федерального бюджета выделено 65 миллионов рублей в виде субвенции для расчистки 7 участков рек протяженностью около 9 километров. На сегодняшний день в крае есть потребность в расчистке 130 участков протяженностью 200 километров. Понятно, на это нужны большие деньги. Поэтому на этот год и на следующий мы в бюджете края предусмотрели 500 миллионов рублей вот на эти цели и приобрели уже бульдозеры, самосвалы, экскаваторы, землеснаряды и все, что для этого необходимо. Ну, чтобы собственными силами это делать. Ну, потому что, конечно, русло рек нужно очистить. В противном случае, конечно, мы будем иметь заторы. Да, мы сегодня можем, я здесь благодарен позиции Генеральной прокуратуры и Министерству природных ресурсов. У нас есть возможность заходить в реки, бизнесу чистить, но бизнес заходит только там, где ему вот эта песчано-гравийная смесь выгодна, а там, где невыгодно,
они не заходят, поэтому ничего не остается, как самому краю брать и расчищать. С учетом горного рельефа в регионе ситуация со стихией может развиться стремительно, поэтому важно не ждать с моря погоды, а действовать на опережение.